Слушай, мое терпение лопнуло. Она зарылась в книгу и не считает нужным отвечать. Что происходит? Знаешь, что я придумала? Что? Сходим с тобой в кино. Как здорово! Я хочу посмотреть фильм «Шведская тройка». Лучше что-нибудь поромантичнее. Фильм про красивую любовь. Ты ведь это имела в виду? Да, про любовь. Оля, привет. Привет. Ушел, когда мы с Лусилой вернулись из кино. В чем он был? В джинсах или в костюме? В костюме. Значит, раньше двух не вернется. Раньше пяти у него новый галстук. Ты молодчина. Ты думаешь? Ко всему относишься с юмором. Конечно. Иначе я сошла бы с ума. Особенно сейчас. Почему? Потому что я состарилась. Я понимаю, что рано или поздно возраст берет свое, но от этого не легче. Знаешь, Рената, ты удивительная женщина. Thank you.
Ты собираешься вставать? Жду, когда ты уйдешь, чтобы не портить утро. Что ты сказал? То, что подумал. Ты забываешься. Я не позволю так со мной разговаривать. Советую поддержать положение. Ну что ты кричишь? Считаешь, что я стала относиться к тебе так же, как ты относился ко мне всю жизнь? Это какой-то бред сумасшедший. Не понимаю, почему ты сердишься. Ты всегда обращался со мной как с мебелью. Теперь я привык. Шарлот! Собираешься разыграть очередной спектакль? Бесполезно. Так и знай, ничего не выйдет, Рената. Ты с ума сошел, Фернандо. Зачем мне это нужно? Не притворяйся, я вижу тебя насквозь. Твоя проницательность тебя подводит. Начиталась дешевых журналов с тупыми советами для дур. Иди ты к черту! Сам иди, Фернандо. Счастливо.